Рассматривать дело перинатального центра «Дары» компании «Селф» теперь будут в арбитражном суде Томской области. Такое решение накануне приняла барнаульская судья Татьяна Бояркова. «Дар» настаивает на том, чтобы «Селф» возместил более 2 миллионов рублей убытков за поставку некачественного оборудования перинатальному центру. При этом выяснилось, что договорных отношений между «Селфом» и «Даром» нет. Оборудование по госконтракту приобретал Минздрав края и лишь затем передавал его в оперативное управление «Дару». Представитель «Селфа», на этот раз на заседание пришли обе стороны, настаивал на изменении подсудности и передаче дела в арбитражный суд Томской области. Именно там зарегистрирована компания. Представитель «Дара» возражала. Однако после короткого перерыва судья приняла решение об изменении подсудности. Напомним, что ранее «Селф» требовал от Минздрава 7 миллионов рублей по контрактам на строительство «Дара». Это касалось строительно-монтажных работ и покупки оборудования. А затем встречный иск выдвинул Минздрав о взыскании неустойки по двум контрактам. Общая сумма составляет почти 25 миллионов рублей.